возьмемся за руки онлайн, грусти статус кинем офлайн, друг другу улыбнемся, о страхе помолчи. Поздравляем первых победителей. В новом проекте «Реабирабиджан» под хэштегом «Сидим дома Яо» появились первые обладатели денежного приза. 1000 рублей получает дуэт, сочинивший воодушевляющую песню и харизматично ее исполнивший. Организатор и партнеры проекта благодарят вас за отличное настроение. А конкурсантам напоминаем, загружайте видео своего хобби, которым вы занимаете время. На самоизоляции в Инстаграм с хэштегом «Сидим дома Яо» отмечайте аккаунт «Реабир» и ждите, когда жюри определит лучшего и наградит деньги. Призом. Итоги будут подводиться каждые 2 дня. Ольга Тимченко, Андрей Терехин, Новости 21.